Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами прогуляемся от улицы Бахчеванжи до Тысячи мелочей и посмотрим, как восстанавливают эту часть города. Пятиэтажный дом по проспекту Строителей 89/22. Здесь ведутся восстановительные работы. Перекресток Бахчеванжи и проспект Строителей. Здесь снесли несколько пятиэтажных домов. Дом по проспекту Строителей 97. Окончание строительства 4-й квартал 23-го года. Проспект Строителей 99. Строителей 101. Здесь тоже ведутся восстановительные работы, выкладывают стены из кирпича. Проспект Строителей 72. Окончание работ 1-й квартал 24 года. Здесь тоже снесли несколько домов.
прямо идет улица Апатова. Давай перейдем дорогу на... Везде стройки. Дом по проспекту Строителей, 109. Проспект Строителей, 115. Дом по проспекту Ленина, 104. Итак, друзья, Мариуполь восстанавливается. Всем мира и добра. Пока!